Я Москва на поезд приехал. И только вышел из вагона, ко мне полицейский говорит: у тебя регистрация есть? Я говорю: конечно. Я с женой вместе регистрировался в нашем городском ЗАГСе. Он говорит: о, какая ты умный. И отвел меня к себе на работу на 15 суток. Там мне дали лом сбивать сосулька на скользкой крыше. Я сбил 3 сосулька, 2 форточка и балкон с курильщиком, когда летел вниз. Курильщик закричал: убивают! Я говорю: правильно, ты сама виновата. Минздрав предупреждал: курение убивает. Курильщик оказался прокурор. Он меня сразу спросил: ты где, говорит, прописан? Я говорю: нигде. Я не успел испугаться. Потом там мне дали лопату, чтобы я почистил снег до самой земли. Я почистил немного глубже, до кабель 10 тысяч вольт. И вдруг из земли бабах, салют! И мне на башка упал курица-гриль, который до салюта был ворона. От удара по башка я уснул канавы. Проснулся в больнице двуместной палата. Ну, двуместная — это когда 2 вместе на 1 койка. Я и 1 женщина. Когда к этой женщине пришел ее муж с 2 килограмма мандарина и увидел, что я сплю с его женой, ой, что было? Первый раз в жизни я мандарин не ртом кушал. Потом мне дали краска написать на двери: прием не покой. Я написал, что было, все как бросились бежать, как сумасшедшие. А я всего один ошибка сделал. Вместо прием не покой написал прием покойных. Там в больнице мне попался один газета с объявлением. Написано: срочно требуется водитель КАМАЗа-бревновоза для работы на маршрутке. И я решил стать водителем маршрутки, как мой дедушка. Пошел на базар покупать навигатор для Москвы. Ой, такой хороший там продавец попался. Он за полцены продал мне навигатор для всех городов мира сразу. Называется «Глобус». И я пошел права получать. И капитан меня спрашивает, говорит: ну, напиши на бумаге, какие правила дорожного движения ты знаешь. Ну, память у меня как Штирлица. Помню все последние слова. И эти 2 последних слова на задней обложке, которой было написано, я на бумаге написал: цена договорная. Капитан как закричит: ты что, с ума сошел? Ты что говоришь, как такой мысли тебе пришел, твой башка? Ты что считаешь, все работники ГИБДД взятка берут? Нет, мы людям помогаем. Я говорю: конечно, помогайте. Деньги людей портят. А работник ГИБДД это порча с людей снимает. Он мне кричит, говорит: как? Ты считаешь, что все полицейские взятка берут? Я говорю: нет, не все. Есть такой полицейский, который взятка вообще не берет. Называется лежачий полицейский. Он как на меня закричит: вот тогда пускай лежачий полицейский тебе дает права
Я говорю, ну дайте мне какой-нибудь сложный вопрос, может быть, у меня получится, любой вопрос. И он мне задал такой вопрос, такой трудный вопрос. Сколько сидящих мест в маршрутке? Я стал считать, 1, 2, 3, 4. Я говорю, а на коленках у водителя тоже считать? Он говорит, не надо, ты не сдал. Я говорю, а есть какой-нибудь такой транспорт, где права не нужны? Он говорит, есть. На О начинается, на Л кончается. Я сразу догадался, Opel. Он говорит, нет, осел. Я говорю, и дедушка мне то же самое сказал. Говорит, если права не получишь, будешь кататься на осел, запряженный маршрутка. Ну, это дедушка так шутит. Сейчас, правда, он в больнице лежит. Я думал, права сейчас получу, деньги заработаю и дедушку вылечу. Тот капитан протянул мне эту книжку. Говорит, на, учи, если хочешь дедушке помочь. И я подумал, а ведь у капитана тоже за моего дедушка душа болит. И я загадал желание, чтобы у всех людей на земле друг за друга душа болела. И тогда никто не будет говорить плохие слова. А при встрече будут всегда говорить: «Привет, братишка, как дела?» А? Как вы к людям, так и они к тебе. Ты к ним передом, и они к тебе передом. Вчера иду за дальними гаражами, специально пошел. Думаю, может, кто-нибудь выпивает. Иду – никого. Самое время выпивать – никого. Чем все занимаются? Все-таки один мужик откуда-то вынырнул, кривобокий какой-то, сразу видно, тоже хочет выпить. Подходит ко мне, мнется – что-то хотел спросить и забыл, что хотел спросить. Потом вспомнил, слава богу. Говорит, снимай куртку, ограбление. Неожиданно так. Говорю, мужик, ты совсем дурной, что ли? Кто ж так грабит? Он, а ты что, знаешь, как надо? Знаю, но никому не скажу, кроме тебя. Я к тебе что-то расположен. Во-первых, не мнись. Время зря теряешь. Мог бы делать по 3 ограбления в день, а так, небось, от силы 1-2. Давно бы разбогател уже. Жестче надо. Давай еще раз. Отойди сперва. Пошел. Он подходит. Снимай куртку. Ограбление. Ну, мужик, умрешь в нищете. Еще жестче. Ты помни, твое дело правое. Он, мое правое. Конечно, ты грабитель. Ты как бы говоришь людям, люди, не в вещах счастье. Я так говорю. Да, как бы. И повежливее как-нибудь. Он подходит. Ограбление. Снимите куртку, пожалуйста. Вот, ты же культурный человек. Он, я культурный человек? Да. Просто тебя телевидение испортило. Смотришь каждый день? Да. Нельзя. Ты что? Жизнь себе искалечишь. Давай еще раз. Он подходит. Извините за беспокойство. Вам не жарко в этой куртке? Вот. После таких слов хочется отдать не только куртку, но и часы. Далеко пойдешь. Главное, у тебя сразу два таланта выявилось. К обучению и к ограблению. Так учись. Смотри, как другие-то грабят. Какие другие? Кто, например? Например, государство. Налоги, цены, все растет незаметно, но постоянно. Все думают на время, а не навсегда. Он, я так не смогу. Сможешь. Про государство тоже думали, не сможет оно так нас грабить. Смогло. Нет, как государство никто не сможет. Мне бы хоть как реклама. Вот работают, раздевают на раз. Купишь, что не нужно. У нас один мужик, чтобы всегда быть свободным в движениях,
в любые дни. Купил себе на 2000 прокладок. Радостный такой был. А потом тоже особенно не жалел. Я говорю, у тебя бизнес наладится, дойдет до 6-7 ограблений в день. Человеком станешь. Он прямо не знает, как вас благодарить. Может, возьмете мою куртку? Возьму. А вы не хотите? Хочу. Идемте в шашлычную, я угощаю. Вот так. Ты с душой и к тебе с душой. Вот она, я пришла. Пришла, вот она, я. Ой. Хорошая, пришла к тебе. Здрасте. Вот я такая хорошая. Здравствуйте. Пришла поздравить тебя с днем рождения. Хорошая моя человечка. Ой, ты не поверишь. Вот ни одна сволочь, кроме тебя, не пришла меня поздравить. Вот, пожалуйста. Ой, подарок. Да. Пульт дистанционного управления и инструкция. Ты прочитай, там все по-русски. А что это? Ну, читай. Это тебе... Вещь. А я смогу ли? Сможешь. Ага. Электроника. Поняла, давай, поняла. Молодец, разбирайся. А ты сама откуда пошла? Ты? Свиням надо дать, что? Ага, поняла. Батюшки. Это что ж такое-то? Электронная модель идеального мужчины. Биоробот. Самец. Киборг Вася. Батюшки. Любимая, моя кисонька, лапонька, солнышко, запятая, козочка, точка, ро. Лапонька, говорит, кисонька, это я. Ничего, нормально. Вещь. Вася намного лучше обычных мужчин. Он не курит, не пьет. Ну, это брехня, конечно. Ночью никто не будет греть у вас свои ледяные ноги. У Васи пятки с электроподогревом. Батюшки. А самое главное, Вася всегда будет носить вас на руках. Не может быть. Иди на ручки, моя кукуська. Я встретила. Все белое в отжившем сердце, жило, иди на ручки. Господи, меня на ручки, ой, лишь бы поднял, Господи. Кроме того, Вася не будет гулять, так как имеет встроенное противокобелиное устройство. Девчонки, я не знаю, где у него это устройство стоит, но его надо всем мужикам поголовно вставить. Всем мужикам, ей-богу, батюшки. Но самое ценное, что Вася всегда готов к подвигу. Батюшки, это какой подвиг-то? Вынести мусор. На помойку, на помойку, на помойку, на помойку, выкати. Вот это цветочек, вот это молодец, вот это подарок, пока все супер. У Васи есть программы на все случаи жизни. А так уж на все. Допустим, в квартиру забрались воры. Вася, воры. А ну вали отсюда, бандитская морда. Пасть порву, моргал и выколю твое место на нарах. Супер вешу, я не могу еще. А еще Вася прекрасно водит машину и заморочит любого гаишника. Невероятно. Гражданин, вы превысили скорость. Командир, моя фамилия Шумахер. Где тут трасса? Стой, тормози, хорошо, стой!
Вы чуть не разбились. Завтра же застраховать надо, я вас... Срочно, срочно гражданку делать, срочно. Еще одна полезная программа. Сон в летнюю ночь. Когда вы спите, Вася отгоняет от вас мухов. Вот это мне надо. Ты ж противная, чего приперлась? Сейчас я тебя тапком по морде, только заразу разносишь, кыш. Мухобойка кибернетическая, молодец. Теперь программа недоступная ни одному живому мужчине. Ба, и что такое? Программа «Радостная встреча тёщи». Ну это точно брехня. Живите сколько хотите, можно я вас буду называть мама, мама, милая мама, как тебя я люблю. Хороший, хороший, молодец, господи, прослезился. В дополнение самая любимая женская программа, эротический файл. Эротический. Что-то я так услыхала лет 30 назад. Один раз. Во сне. Ты секси, секси. Твои губы, как спелые вишни. Сними с себя одежду. Я хочу съесть твою помаду. Я говорю, секси. Господи, лишь бы не заржавел. Давай еще раз вот этот вот эротический файл. Ты секси, секси. Я хочу съесть твою помаду. Сними с себя одежду. Вась, скажи, я секси? Ты секси. Вот так, девчонки, ни один мужик меня не выдерживает. Хоть железный, хоть не железный. Слышь ты, плейбой электрический. Ну давай еще раз вот этот вот эротический файл. А ну, кыш, отсюда. А что такое? Чего приперлась? Что такое? Только заразу разносишь. Сейчас я тебя тапком по морде. Что-то я сейчас не поняла сейчас. Что, мне туфту подсунули, что ли? Что, БУ, что ли? Что, секонд-хенд, до меня им кто-нибудь пользовался, что ли? Зачем мне это надо? Ну-ка, слышь, давай другую программу. Вася, к тебе приехала тёща. А ну, вали отсюда. Порву моргал и выколю твоё место на нарах. Ты как с тёщей разговариваешь? Думаю, всех железный. Ну-ка, давай вот это вот. Вася, к тебе в квартиру забрались воры. Боже мой! Какая радость! Кто приехал, проходите. Берите, что хотите. Живите столько, сколько хотите. Можно я буду вас называть мамой? Воры, милые воры. Слышь ты, дурак самоходный, ну-ка соберись. Тебя установил гаишник. Ты секси, секси.
О, твои губы, как спелые вишни. О, сними с себя одежду. О. Слышь ты, чмо электронные. Я ведь тебе сейчас устрою приключение. Электроник! Крылатые качели летят, летят, летят. Летят утки. Летят утки. Лети над старшой. Я. Ага. Песня про зайцев. Я шоколадный заяц, я песенный мерзавец, веселый я так... Они всегда возвращаются ночью в пятницу 13-го. Пошел ты к такой-то матери, дерутся. Небольшой ремонт по-нашему. Само исправление, исправление, исправление системы. Оп, утки, заяц, оп, оп, оп. Иди на ручки, моя кукушка. Вот, девчонки, чё настоящая ласка с мужиками делает. В общем, девочки, будущее за киборгами! На помойку! На помойку! На помойку! На помойку! На помойку! Люся. Люся. Люсенька, а ты сегодня потрясающе выглядишь. Натворил, что ли, чего? Люсенька, я говорю, у тебя сегодня просто обворожительная прическа. Коля, да. Ты хряпнул, что ли, чего, пока зубы чистил? Вот я так и знала, что у тебя в ванне заначка. Да, Люся, ну ты что? Ты что забыла, какой сегодня день? Ну, последнее... Последнее ж воскресенье месяца! Ну? День супружеского долга! Ладно, Коль, давай. Только по-быстрому, у меня там стиралка стирает. Сейчас протекать начнет. Починить-то у нас некому. Ну, давай не сегодня. Давай, знаешь, давай сегодня поиграем в грязные словечки. А? Давай поиграем в грязные словечки, давай. Это как? Ну, когда нужно друг друга называть всякими там такими словечками. Ну, смотри, ну, например. Как дела, похотливое бестие? Хорошо. Чёртов алкоголик. Люся, знаешь, в этой игре нужно как бы шутливо друг друга унижать. Понимаешь, шутливо, да? Давай еще попробуем, давай. Как дела, дрянная девчонка? Отлично, лузер. Я ведь больше тебя зарабатываю. Люся, понимаешь, унижать нужно как бы игриво, а не по-настоящему. Так, все, давай эти словечки оставим. Давай, знаешь что, давай так. Давай, как будто я твой преподаватель, вот, а ты моя ученица. Давай, вот, давай. Ну что, Кукушкина, зачем ты осталась после занятий? Журнал сдать, профессор. Какой журнал? Успеваемости. Успеваемости. Слушай, я не понимаю, тебе новый миксер нужен? Да. Вот давай, постарайся, включи фантазию, давай. Так. Ну что, Кукушкина, зачем ты осталась после занятий? Ну, развлечься с вами, профессор. И ты для этого расстегнула верхнюю пуговичку на кофте, да? Ну, конечно. У меня же так с математиком в институте сработало. Люся,
Я не хочу знать, что у тебя там было с твоим математиком, понимаешь? Так что никаких игр, давай спать, чё? Мика Серта. Коля. Коль, ты чё, обиделся? Коля. Ну, Коль. Обиделся, значит, да? Ладно, Коля. А знаешь, что я делаю с обиженными мальчиками? Что? Я их наказываю. А вот как. А ну-ка, вставай, ковбой. А теперь танцуй и раздевайся, ковбой. Привет, старина! Привет. Только какой же я старина? Мне всего 48 лет. Ну тогда здравствуй, мальчик. Мальчик? Мне уже 48 лет. Ну хорошо. Мужчина в самом расцвете сил. Интересно. Как это, по-твоему, силы могут расцвести? Ну, это же не деревья, не кустарники. Ну, ладно. Проехали. Куда проехали? Мы же на месте стоим. Или кто-то проехал, а я и не заметил. Ты чё, с дуба рухнул? Ни с какого дуба я не рухнул. Я вообще не люблю по дубам лазить. Ну тогда белины объелся. Белины? Белина несъедобна для человека, потому что белина – это ядовитое растение, имеющее очень неприятный аромат. Какая муха тебя укусила? Никакая муха меня не кусала. Муха вообще не может укусить человека или животное, потому что ее хоботок мягкий. И не может проколоть кожу. Да я вижу, тебя сильно репу-то распарило. Я не парю репу. Я вообще больше сельдерей люблю. Сельдерей? А у тебя от сельдерея голова не кружится? Нет.
Человеческая шея так устроена, что голова просто не может кружиться. А у тебя как дела? Пока не родила. Ну, это правильно. Мужской организм не предназначен для этого. Родить могут женщины, а мужчины нет. Ну, а ты же не женщина. Да? Послушай, я от тебя сейчас просто охренею. Охренеешь? То есть превратишься в хрен? Поверь мне, это сделать гораздо труднее, чем родить. Ведь хрен – это многолетнее травянистое растение, семейство капустные. Что ты несешь? Да нет, ничего не несу. Вот в руках ничего нет. За плечами ни рюкзака, ни мешка. В карманах пусто. Я тебя сейчас коньки отброшу. Коньки? Зачем же их отбрасывать? Давай я аккуратно положу их, чтоб не потерялись. У тебя что, башню снесло? В смысле? Ну, в смысле, ты что, с роликов, с катушек слетел? Что ты имеешь в виду? Ну, у тебя крыша поехала! Какая крыша? Куда поехала? Слушай, не буди во мне зверя. Ты хочешь сказать, что в тебе живет какое-то живое существо? Может быть, это паразит? Все, я делаю ноги. Делаешь ноги? Так ты врач. Помогаешь людям на ноги встать, да? Знаешь что? Что? Гудбай. Аревуар. Ауф Идерзейн. Аривидерчи. Пошел ты! Нафиг. Странно какой-то. Охренеть. И какая муха его укусила. Видать, совсем с катушек слетел. Ну, в смысле, башня поехала.